Всем привет, это СБ1813 или просто сами. Продолжаем реакции, и вы не поверите, сегодня будет реакция на группу Bandmate, их трек Unleashed, я понимаю, новый. И делаю я эту реакцию сейчас сам, то есть не по комментарии, ничего, мне самому интересно посмотреть, что у Bandmate нового. Хотя я их не послушал до сих пор полностью, и вот все, что я у них смотрел, это только на реакциях, и может до этого, да, то, что мне показывали там друзья. Но как бы про группу я до сих пор не шарю, вот, как-то они у меня, может, стоят в очереди того, что надо послушать и зашарить, но я вам скажу, пока еще очень не близко, но так что когда-нибудь я за них зашарю, вот, но тем не менее, мне заинтересовала превьюшка просто клипа, там что-то анимешное должно быть, плюс, опять же, Bandmate, в принципе, мне достаточно нравятся именно клипы, то есть не лайвы вот эти вот ваши, а вот именно полноценные клипы с нормальным продакшн, с нормальным звуком. Так что я сейчас с удовольствием посмотрю, может быть, там что-то реально годное будет. Так что давайте реально глянем, вот, и заценим. Все, поехали. Ну, музычка у них, как обычно, в принципе, достаточно веселая. Бас так прям вообще нормально фигачит. Красиво. Это, я понимаю, они и есть. Кстати, прикольный инструментал прям. То есть у них басистка еще и бухает. Ну это прям, да, мне нравится она тогда. А это, интересно, полноценный прям клип будет такой? А, нет. Ладно. Ну это, кстати, неплохо, интересно достаточно. Ну вот, кстати, в таком виде... Я их уже где-то видел, или они перестали менять стиль именно свой внешний. Мне пока правда неплохо на самом деле. В принципе, мне все нравится. Особенно вот бас нравится в этой песне. Я еще, в принципе, басистик даже так, типа Sailor Moon. Окей. Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Unleashed от группы Bandmate, и мне понравилось, кстати, то есть реально трек достаточно прикольный, хотя я практически весь трек слушал только один бас, но не знаю, басистка у них супер крутая, то есть мне как внешне она нравится, как она выглядит, как себя ведет, и бас-гитара у нее офигенная, и, естественно, партии у нее очень крутые, плюс ее очень хорошо сводят, и все ее слышно, прям, не знаю, то есть вот в плане басистки, как именно из... как бы и музыки, и звука, как бы и все всего остального, мне все нравится. Насчет остальных участниц же, тут ничего не изменилось, по-моему. Обычная совершенно ударка, обычная совершенно гитара. Единственное, соляк тут был на интересном достаточно
как это называется-то? Конечно, на интересной теме был сыгран в плане звука. Вокалистка также. Не, они как бы все хорошо делают, но как бы чего-то такого, что прям вау, обычно у меня этого не вызывает. То есть, в принципе, вот это все я уже слышал миллион раз, как бы, и в других группах, и ранее. Так что, не, но в целом, как бы, трек прикольный. То есть, мне нравится, что он такой прям очень заводной, быстренький. Вот, плюс он уже достаточно своеобразно так звучит. То есть, у них какой-то вот тут более плотный звук, что ли, чем на предыдущих релизах, что я его не слышал. Ну, может, мне так показалось, опять же, из-за Ютуба, может, меня заговорил, может, так-то у них звук обширнее будет. А, короче, как бы трек из трека фиксим, больше из-за клипа, наверное, все-таки смотрели, вот клип офигенный. Мне очень понравилось то, что вот их сделали полуклипы просто вот с этой анимешной тематикой. Причем не просто картиночки на фоне, а именно их нарисовали, то есть и в движении, с анимацией, там типа даже сюжет какой-то был под конец, как они... какого-то монстра убивают, да, в виде Сейлор Мунов, опять же, тех же. Не знаю, все вот это очень круто было. То есть вот это мне прям понравилось. Очень круто было бы посмотреть полноценный клип у кого-нибудь именно в анимешном стиле. На самом деле есть такая мечта просто в каком-нибудь своем музыкальном проекте сделать именно полноценный анимешный клип. Но, как я понимаю, это очень сложно и очень дорого, и не все, наверное, пойдут на такое. Потому что, ну, судя по тому, что я ни у кого такое не видел, чтобы именно полноценные, именно нормальные анимаклипы были, да, что, наверное, это как-то не особо ликвидно. Но было бы очень круто, конечно. Даже не у себя, просто у кого-нибудь увидеть. Но почти, вот они почти это сделали. Просто половина клипа у них все-таки такая обычная, в обычной комнатке они темные. Но остальная вот часть, да, вполне круто. Плюс мне нравится, как их изобразили. То есть, опять же, достаточно похоже и прикольно. Не знаю, короче, на самом деле нормас. Мне все понравилось, если честно. Стоит, наверное, их послушать, но, опять же говорю, это будет, наверное, не скоро. Можете написать в комментариях, пожалуйста, какие клипы у них можем посмотреть, какие-нибудь интересные, с прикольчиками, да. Вообще треки именно, может, какие-то нестандартные. Потому что, я понимаю, обычные треки у них это плюс-минус вот такой, типа, просто J-Rock. Как бы ничем не отличаешься от любого другого джирока, да? Вот. А вот именно если что-то такое необычное, вот я бы у них посмотрел и послушал. Или даже, может, на концерты что-то тоже необычное. Но только, пожалуйста, не пишите, просто посмотри, у них там миллион тысяч концертов, потому что на концерте они звучат хорошо, я не буду это смотреть, потому что на концерте они звучат хуже, чем в студии. Просто люди, кто этого не понимают, ну, как бы я просто их понимаю, да? Когда ты немножечко просто начинаешь шарить за запись, там, за продакшн и так далее, и за выступление, как это там тоже делается, за продакшн выступление, да, опять же, ну, хотя бы даже на минимальном уровне ты начинаешь понимать разницу, что на выступлении априори не может звучать лучше, если в студии в хорошей это записано лучше. Так что все, кто мне говорил, что вот эти все группы на лайве звучат лучше, нет, они могут звучать интереснее, но не лучше. Тут как бы вы меня никогда не оспорите. Но, тем не менее, если что-то интересное на лайве будет, я тоже обязательно посмотрю. Но обычный в это лайве я у них смотреть не буду. Потому что это можем просто бесконечно, опять же, это делать. Так что вот так. А вот именно Unleashed мне все понравилось, так что все супер. Не знаю, я не буду ждать от Bookmade ничего нового, на самом деле. Просто вот именно в такой тематике я бы у них еще посмотрел, послушал. А так как бы и ладно. Так что вот так. Всем спасибо за реакцию. Всем спасибо за реакцию. Мне спасибо за реакцию. Спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании. Нравится, нравится. Сами все знаете. И я пошел. В принципе, больше сказать нечего. Так что все. Пока.